Фу, все понимают, счет серии был равный, поэтому необходимо было выигрывать, чтобы повести в счете, да, и осталось. Надеемся, что остался крайний шаг, и мы хотим закончить это в Омске. Поэтому сегодня ребята все молодцы, отработали. Кепа молодец, забил два гола хороших и победили. С каждым матчем забивается все меньше шайб, команды стали строже действовать? Ну, наверное, да, стали больше внимания уделять обороне, потому что понимаем, что открытый хоккей зрителям нравится, но нас не особо это устраивает. Олеги, вопрос? Я в один матч пропустили, как смотрелась игра с трибуны, может, какие-то выводы сделали? Ну, на льду чувствуешь себя лучше, чем на трибуне, так скажу.